Вітаю в ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми поговоримо про спортивні досягнення та розвиток спорту на нашій Одещині. До нашої студії сьогодні завітала Тетяна Акуленка, директор громадської організації «Мангуст» та бронзовий призер чемпіонату Європи з греплінгу Іван Малін. Вітаю вас. Здравствуйте. Отож, чемпіонат відбувся 26-27 квітня. Розкажіть більш детальніше, як все пройшло. Мы очень горды успехами наших украинских спортсменов на чемпионате Европы по греплингу, поскольку в разряде ноги мы привезли второе командное место, а в ги привезли третье. В сумме это было 14 медалей, 3 из которых золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых. Вот наш спортсмен спортивного клуба «Мангуст» Иван Малин в 100 килограммах завоевал бронзовую медаль, чему мы очень горды и радуемся. Иван, как готовились до чемпионата? Мы готовились перед чемпионатом. У нас было несколько сборов, которые проходили в Конча-Заспе. На пару сборов мы провели в Конча-Заспе, и заключительный сбор был в Сумах, где полностью была команда собрана, команда по грэпплингу собрана там, и провели заключительный сбор, подготовительный. Разобрали все моменты, которые были по правилам, новые введения и так дальше. Ну, это был такой заключительный сбор, который больше на восстановление, на подготовку, на это основной такой сбор. Как с вашей стороны прошел чемпионат? Чи были какие-то сложности, чи все прошло так, гладенько? Были определенные моменты. Определенные моменты были по судейству. В принципе, организация чемпионата была на очень высоком уровне. Все это отмечали определенно. Не было никаких, встретили нас очень хорошо. Есть, конечно, вот этот, с карантином, с ковидом проблемы, что надо проходить тесты по приезду, в маске. Есть определенные неудобства, но это, в принципе, все в этих условиях. Здесь ничего такого нету. Условия для всех равны. А по судейству там были определенные моменты, почему бронза. Были моменты, не допустили меня до финала, там судьи решили так сделать. Там такой случай был, что я в своей спортивной карьере вообще не видел, не по отношению ко мне, а вообще в априори не видел такого, чтобы поступали там за 6 секунд и дисквалифицировали спортсмена полностью, снять его со схватки. А так, в принципе, все хорошо, не было никаких, все как обычно, на всех международных стартах. Розкажіть, як підготувалися ваші колеги на змагання? Чи були достойні конкуренти? Їхню підготовку я не знаю, але достойні вони були. У мене сітка була дуже, там по жребію була дуже серйозна сітка. Перший спортсмен у мене був італіянець, який в минулому році був фіналістом чемпіонату Європи. Другий теж італіянець. И он был финалистом чемпионата мира. А третий поляк с местным, который был этот случай с судейством, это чемпион прошлогоднего чемпионата Европы. В принципе, сетка была очень серьезная и достойные спортсмены, достойные оппоненты, в принципе, все. Ну, я еще, знаете, что отмечу? Мы как руководство и федерации, и организации, мы вот когда узнали, что Иван выступил, мы очень внимательно следили за его выступлением. И моментально тут же после выступления с нами связался вице-президент Всеукраинской национальной федерации греплинга Украины Александр Мандрик и сказал о таком вот нюансе, связанном с судейством, и порекомендовал нам связаться с представителями United World Wrestling, ответственными за процесс судейства. Тут же моментально и президент Национальной федерации греплинга Украины Магомед Магдиев, также и я, мы подключили конференц-связь, связались с ними, попросили, чтобы главный судья соревнований еще раз пересмотрел данную схватку. На что нам было сказано вот такое решение, что действительно можно, вот знаете, как в судействе,
можно судить с одной и со второй точки зрения. И он сказал, что да, действительно, можно было бы обыграть и посудить эту встречу совершенно по-другому, совершенно иначе. Но уже поскольку решение принято, оно не может оспариваться, нет такого, это уже необходимо обращаться в высшие инстанции. То есть решение, оно опубликовано превселюдно, и поэтому уже назад дороги нет, уже идут финальные встречи. То есть, как бы, но я считаю, что и со мной согласится и руководство Федерации, что таким образом данная ситуация даст возможность Ивану Малину на следующем чемпионате Европы выбрать, конечно, нам золотую медаль. Вот. Правильно, планы у нас есть? Замотивировали. Тож, розкажіть, як ви підтримували молодих спортсменів впродовж всього чемпіонату та підготовки до нього? Тому що я розумію, що це колосальна робота. Мы, как общественная организация «Монгос», мы развиваем спорт и в Одесском регионе, и в Украине, и воспитываем наше подрастающее поколение. Конечно же, у спортивного клуба «Монгос» есть выдающиеся спортсмены. Спортсмены, которые занимают неоднократно первые, вторые, третьи места на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира. И регулярно представляют Украину на международной арене и входят в состав сборной. Такие спортсмены у нас находятся на заработной плате от спортивного клуба. И мы, конечно же, всячески их поддерживаем возможными своими и условиями. Так же самое мы им даем определенную нашу даже спортивную символику нашего спортивного клуба. И по необходимости даем им авитаминизацию. Также вы знаете, что не так давно мы открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Монгуст». Комплекс, который сочетает в себе не только зону для занятий единоборствами, а также и зону отдыха, зону стретчинга, зону спортивную с тренажерными залами, а также зону релакса, так можно сказать, которая состоится из сауны и специальной комнаты для встреч, для того, чтобы спортсмены могли совершенно в другой, новой атмосфере пообщаться, провести время и немножко абстрагироваться от этой вот всей спортивной подготовки и настроиться на более высший и лучший уровень для дальнейших успехов. В клуб можно прийти на безоплатній основі. Чому прийняли таке рішення? Тому що я знаю, що зараз за мету ставлять всі заробити більше грошей, а ви ось так вирішили на безоплатній основі пускати спортсменів та дозволяти їм тренуватися. На безоплатной основе в спортивном клубе «Монгуст» еще с 2001 года регулярно 60% детей и нуждающихся в этом занимаются бесплатно. В этом году мы получили еще и поддержку от президента Национального университета Одесской юридической академии Сергея Васильевича Кивалова. Мы и общественная организация «Монгуст», мы решили совместно сделать вот такое заявление, громкий проект, чтобы не только дети присоединялись к занятиям спорта совершенно бесплатно, а также еще студенты Национального университета Одесской юридической академии. Таким образом, мы еще расширим больше количество спортсменов и участников наших спортивных секций, то есть повысится и уровень подготовки, и возможность получать спортивные навыки, потому что спортсмены, которые сейчас придут в этот спортивно-оздоровительный комплекс, они смогут наряду уже с выдающимися спортсменами, которые являются и чемпионами и мира, и Европы, и участниками Олимпиады, дай бог, что у нас все получится, и также обретем почетные, гордые места на Олимпиаде, бок о бок заниматься с ними, быть их друзьями, наполняться этой энергетикой спортивно, а также отрабатывать и технику, знания, опыт, умения, и становиться лучше и лучше с каждым днем. А як ви вважаєте, чого не хватає нашій спортивній інфраструктурі міста, тому що мало хто підтримує ініціативи молоді займатися спортом та вести такий здоровий спосіб життя? Я завжди говорила і буду говорити, що взагалі спортивна інфраструктура міста Одеса, вона стоїть тільки благодаря Сергію Васильовичу Кивалу. Лучшие спортивные комплексы, лучшие спортивные площадки, на которых можно проводить и чемпионаты областного значения, городского значения, а также стоит отметить, что и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, они принадлежат Национальному университету Одесской юридической академии, а также Международному гуманитарному
университету. То есть для проведения таких вот больших, значимых соревнований мы всегда обращаемся к Сергею Васильевичу. Также хорошо, что появился вот такой обновленный комплекс спортивно-оздоровительный «Мангуст», где мы также неоднократно проводим регулярно, практически там, раз в неделю проводим и семинары по греплингу, также будем тренинги для тренеров, судейские семинары. То есть мы таким образом еще активизируем этот процесс воспитания нашей молодежи и становления спорта еще более профессиональным. До речі, про молодь. Під час карантину тренування були заборонені. Чи не втратили спортсмени жагу до спорту, жагу до перемоги? Це питання і до вас, Іван, тому що ви готувалися до чемпіонату, коли в Україні була червона зона, ну, в більшості областей. У нас разрешается сборной команды тренироваться в карантине. То есть, когда был карантин, все сборники тренировались. Мы на базе спортивного комплекса «Мангуст» мы тренировали все члены сборной разных видов, там вольной борьбы, грэпплинга. Все тренировались, и у нас, в принципе, все условия были, все хорошо, мы подготовились очень хорошо. В этом никаких проблем не было. Комплекс работал. Мы... Ну, людей, так скажем, которые, ну, которые не относятся к сборным, которые мы в зал не пускали, тренировались только узкий круг определенный, и были, ну, моменты, что спарринг-партнеров не хватало, это было все хорошо, и сборы проводились тоже в карантине, когда проводились, все хорошо. Якщо до інших спортсменів, які не пускали все-таки, що тренажерні зали? Я хочу отметить, що 2020 год в спортивному мірі він був особливим, поскольку за весь год тільки пройшов один індивідуальний міжнародний турнір, в якому також прийняли наше участие спортсмени спортивного клубу «Мангуст» і привезли медалі. Це було в декабрі. А на протяжении всього года можно сказать, что соревнования практически не проходили. Но благодаря тому, что мы активно развиваем такой вот вид спорта, достаточно новый, но очень перспективный, как пляжная борьба, где есть возможность проводить соревнования на открытом свежем воздухе с придерживанием всех карантинных ограничений. За прошлый сезон, за 2020 год, мы провели 18 соревнований, все украинские. И вот Иван Малин стал чемпионом Украины по пляжной борьбе. Мы в прошлом году провели чемпионат Украины по пляжной борьбе. И он, то есть спортсмены, которые участвуют там, например, в разных видах спорта, например, дзюдо, джиу-джитсу, грэпплинг, панкратион, вольная борьба. Очень многие обратили внимание на этот вид спорта и приняли участие. Для очень многих этот спорт стал очень интересным, захватывающим и перспективным в подальшем, конечно же, их развитии личностном. А как щодо планов? Який всеукраинские змагання, чи турніри, що ви плануєте? Конечно же, планы на 2021 год у нас колоссальные. Как минимум у нас уже есть по пляжной борьбе наш календарь, и как всеукраинских соревнований, так и международных. Мы хотим, конечно же, во всех принять участие. Мы во время проведения вот чемпионата Европы по греплингу мы встречались с представителями United Wrestling и обсуждали международный календарный план. Также наряду с международным календарным планом мы обсуждали то, что в 2023 году пляжная борьба примет участие в юношеских Олимпийских играх. Также мы говорили о том, что уже после юношеских Олимпийских игр это уже прямой путь к Олимпийским играм уже взрослым. То есть мы налаживаем сейчас вот такую правильную систему, структуру взаимодействия всех областей и формируем полностью не просто свою сборную, а свою команду, чтобы наш вид спорта, пляжная борьба, он стремительно развивался. Что касается греплинга, то это вид спорта знанный, известный, очень захватывающий, и в нем принимают участие так же само, как девушки, так и парни. Украинские спортсменки, они известны во всем мире, потому что они действительно очень ловкие, очень хваткие и всегда занимают почетные первые, вторые места. Все знают, что если украинка выходит на ковер, то однозначно она победит. Всех боятся.
Вот. И, конечно же, вот грядут и тренировочный процесс 1, 2, 3 июня на нашей на Затоке пройдет тренерский и семинар по греплингу, потом пройдет и чемпионат Украины, то есть ряд всеукраинских и международных соревнований по греплингу также уже сформирован. Впереди нас ждет и чемпионат мира, на котором, конечно же, вот Иван Малин уже в нашей студии сказал, что обязательно привезет нам золотую медаль. Правильно, Ванечка? Конечно. Все. Дякую вам велике. Я нагадаю, ми сьогодні говорили про спортивні досягнення та розвиток спорту на нашій Одещині. До нашої студії завітала директор громадської організації «Мангуст» Тетяна Куленка, а також бронзовий призер чемпіоната Європи з греблінгу Іван Малін. У студії була Черновалова Крістіна. До нових ефірів та гарного вам вечора.